Так, машинка привели. Всем привет, господа и дамы. Посмотрим, что здесь дают пока что. Дают вот такую машинку. Привели к немецкую, очень хорошая. И рабочая. А сколько стоит, непонятно пока. Ну, ладно. Часы 55 50, вот их ходики 50 интересные. Хрустальный этот 25, тяжелый, но это крутой. Видите, сколько здесь много. Тяжелый. Там прилично этих чашечек. Ух ты, это хороший Шуман. Шуман классный, 8,50. Это 50-е годы. И 4,50. Первый раз вижу такую компоновку интересную. Вот тоже аналогично. 8,50. Шуман. Какая роза красивая. Большая тарелочка, видите, 8,50. Маленькая 4,50. Да, интересно, никогда такого не видел. Это 50-е годы прошлого столетия. Это литография, 15 евро. €10. Вот такая вот ваза. Хрустальная, тяжелая. Вот такой
спринт, ребята. Девять. Шкафчик 400. Ну, кстати, это картина. Это масло. Вот эта кровать с тумбочками стоит 500. Интересные часы, 35, красивые, очень красивые часы. €6. Понятно, цены нет. Цены нет.
детские тарелки. Вот такой чудесный уголок, потрясный. Такие куколки. Вот ничего так, вы знаете, ничего. В общем-то, симпатично. Вот тарелочка, это тоже Вюрцбург, 8,50. Качественная очень. Розенталь, наверное. Не вижу. Такая вот картина стоит вроде бы 20.
это. А вот, вот это, да? Это Вальтер Глаз, да. Угу. Ты смотри, какая. А крышка такая красивая, смотри, вообще как корона. Угу. Вот, ребята, это 70-е годы, 60-е, это Вальтер Глаз. Немецкий, хрусталь. Очень красиво. Целенький. Да, это просто, знаешь, от листиков, вот эти вот завитки, ага. Череночки. А стаканы, посмотри, какие красивые, то есть вообще. Да. Я думаю, надо ее взять. Ты считаешь? Угу. Такие стаканы шикарные. Это, кстати, хрусталь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень красиво, да. Правда? Смотри, стакан сочетается как бы с... Какао. Угу. Интересная ваза, 10 евро. Вот 32 евро, очень старое стекло. Такие вот павлины, ребята, и недорого, 5 евро. Зато богатство, все есть, золото, краски. Круто. Все очень круто.